Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Крым, а теперь Харьков. После того, как закончится война, я надеюсь, наконец-то нарожать маме внуков, или внучку, или внука, или много, как пойдет. Вот, со своими друзьями привести в порядок эту страну, пригласить своих друзей из России, проехать с ними от края до края, показывая все города. Говорит, бачите, я каляля, это наша.